Я наразі готовий вже представити не менш позитивних гостей, тим паче, як ви бачите, я з п'ятниці не переодягався, не подумав, може хтось подумає так, в п'ятницю мені було презентовано від регати, скажімо так, такий презент. І сьогодні представники, організатори прийшли, знову ж таки завітали до нас, це вже відома вам людина Артем Вещуленко, президент Ротарі-клубу, та Ярополов Антон, капітан яхти Катерина. Чому саме Антон завітав, дізнаємося згодом пізніше. А зараз я хотів би у організатора запитати взагалі про регату. Отож, регата відбулася, як я розумію. Звісно, регата як спортивне событие і як, собственно говоря, благотворительне событие состоялось. Значить, по нашій оцінці, по оцінкам суддейської колегії, я думаю, по відзывам спортсменів, регата вийшла успішною, інтересною. От, і ми могли би зараз уже зрителям огласити результати по всім 7 групам. Так, значит, в залі скільки учасників? Так, значит, участвовало у нас 26 яхт і порядка 150 учасників, із яких где-то процентів 25 – це були наші гості, це члени Ротарі, представители различных регионов, это и Херсон, Київ, Львов, другі міста. Так що, от, якщо в числах, то приблизно так. А взагалі із програми те, що планувалося, все виконалося? Абсолютно, абсолютно все повністю. Регата стартувала в 11 часов из Николаевского яхт-клуба. Значит, во второй половине дня прибыла на Воложскую косу. Ну, я думаю, о погоде, о ветрах лучше расскажет присутствующий здесь капитан, потому что, ну, гонка действительно была достаточно сложной. Одна из яхт, небольшая яхта класса «Дракон», из-за сильного ветра они потеряли мачту. Вот, так что тут, знаете, как в этом спорте, все непросто. Значит, и следующий день, соответственно, после приема на спортивной базе на Воложской косе, на следующий день регата стартовала в обратном направлении. И вчера в 17 часов в областном яхт-клубе были подведены итоги, награждены победители. На зворотнем шляху уже не было втрат? Нет, на обратном пути, да, нет, уже потеряли. Нормально, так. Отож, переможці. Уже хотілося б дізнатися про переможців, як я бачу, список достатньо таки солідний. Да, значит, были определены победители в 7 группах. Значит, в первой группе победила яхта «Винни-Пух», во второй группе победила яхта «Ассоль», в третьей группе победила яхта «Ювента», в четвертой группе яхта «Аста», в пятой яхта «Катерина», опять же, капитан здесь присутствует, значит, в шестой группе яхта «Ведьма» и в седьмой группе яхта «Энергия». Ну и как бы кульминацией соревнований был розыгрыш Кубка Ротари, вот, который совершенно заслуженно в достаточно, скажем так, жестких соревнованиях все-таки завоевала яхта «Екатерина». І от капітан Ярополов Антон, от він сьогодні з нами. А так, ще поки до Антона є запитання, але у вас як організатора хотілося б запитати, як я бачу, переможців у кожній групі є по одному переможцю перше місце. Як визначалося все ж таки, кому піде в чиї руки кубок? Ну, діло в тому, що в будь-яких соревнованиях є нормативні документи, які определяють, яким образом учитуються бали, яким образом учитуються, так как регата все-таки благотворительная, и в ней участвуют и представители ротари-клубов, как яхтам засчитывается и их участие. Поэтому такой комплексный показатель, вот, который судейская коллегия определяет. Поэтому, ну, в принципе, все прозрачно, апелляции не было, поэтому тут чистый результат. Отож, Антоне, все ж таки до вас запитання. Я думаю, спочатку про погоду, все ж таки, так як ми говорили, а як взагалі цьогорічні змагання, чи заважала погода, чи допомагала? В этом году разная погода была, начиная от полного штиля, когда от одного боя к другому, между которыми метров 300, могли идти час. И вплоть до диких штормов, как на экологической регате, когда рвали паруса и ломали мачты, и вообще ужасная была погода, получали и дождь в лицо, и все на свете, так сказать. Вот. В этом плане как раз регата «Паруса Ротари» получилась очень даже хорошей. Был умеренный ветер, в первый день был сильный, второй день был умеренный, но все отходили, я же говорю, вот единственное, что, как правильно сказал Артем, одна мачта была потеряна у «Дракона», все остальные, в принципе, без особых поломок. То есть были маленькие, но это на всех регатах случается, то есть это нормально. С погодой, я считаю, нам очень повезло. В первый день надо было немножечко выдержать
такой нормальный жесткий ритм, то есть работа с парусами. Погода задала просто темп. Да, конкретный темп, очень быстро долетели до Воложки, не смогли, конечно, стать как бы на причал с наветренной стороны, обошлись под ветра, стали, там тише было, хорошо, ну, в принципе, все нормально, то есть с погодой, я считаю, повезло. Причем в первый, допустим, день, когда сильный ветер был, он, можно сказать, был попутный. Поэтому мы спокойненько, с попутничком, быстренько спустились на Воложку, было все супер. Вот. А обратно уже, когда был встречный ветер, когда надо было лавироваться, постоянные повороты, работа с парусами, уже был ветер послабее, уже нам было легче, так что, в принципе, погода нам помогала. А ці змагання, це для вас є першими, чи вже якимось там... Якимось там. Почерговими. Якимось там уже давно. А взагалі в цьому спорті скільки років вже? Та всю життя. В принципі, років з восьми. Цей кубок, це найвизначніше досягнення, чи які взагалі досягнення у вашої яхти і у вас взагалі з вашої? Яхта Катерина за всю свою історію дуже багато кубків взяла в Ніколаївській області, ганялася за границей, в Егейських регатах участвувала везде і побіждала, і займала призові місця, і просто не призові місця. Ну, яхта Катерина на самом деле гоночна лодка. Очень много как бы у нее наград, вот, но я скажу, допустим, я много лет на Катерине работал, много мы брали кубков тоже, хорошо, и хорошо, и плохо выступали, но кубок Ротари просто красивый, блин, я смотрю, я обалдею, круче него, наверное, только кубок Америки. Супер. Отож, найголовніше, мабуть, і найкраще це те розуміння того, що табличка із назвою вашої яхти з'явиться на цьому кубку. Обов'язково з'явиться. А взагалі плани на майбутнє. Я думаю, що так як і Тучка, захочете іще раз хоча б. Ясне море захочемо. А давайте захотімо, да? Захотімо, прошу. Хотілося б, щоб, Артеме, вас запитати, оскільки була благодійна акція, взагалі, чи вдалося зібрати кошти і скільки? І ми вже говорили про те, що будуть на ці кошти. Ви маєте в планах придбати для дітей, скажімо так, іще спортивне обладнання. Чи вдалося зібрати, чи ні? Ну, скажімо так, ті плани, які ми строїли в плані збору благотворительних средств, безусловно, осуществились. Сьогодні ще у нас продовжують поступати благотворительные взносы в рамках регаты, поэтому пока что еще сложно сказать ничего. Вы поймете, вчера вечером мы только финишировали, вот, поэтому озвучить пока что точный финансовый результат сложно. Значит, хотел бы напомнить, что вот уже фактически 5 лет Ротари клуб Николаев с момента основания ведет регату, и фактически 6 лет мы поддерживаем детский парусный спорт. Значит, вот за последние годы мы с вами вспоминали об этом в пятницу. Значит, я хотел бы немножко скорректировать цифры. Значит, фактически 10 яхт тренировочных были приобретены для детей в Николаевскую парусную школу. Значит, это 6 оптимистов, это 1 лейзер и 3 яхты ультра. То есть сегодня, в принципе, николаевские молодые яхтсмены имеют возможность заниматься на новых, на качественных лодках. Вот. Ну и я надеюсь, что добиваться результатов не хуже, чем вот Антон и яхта под его командованием. Значит, в принципе, рассчитываем на приобретение новых лодок. Кроме того, это уже, скажем так, по договоренности с Федерацией парусного спорта, возможно, мы будем поддерживать еще некоторые соревнования, в первую очередь детские гонки. Вот. Хотелось бы сказать, что и сами яхтсмены не остались в стороне от благотворительной компоненты этой регаты. Стартовый взнос, который собран федерацией, который собран из средств яхт-участников, тоже будет передан целевым образом, значит, в благотворительный фонд для поддержания детского парусного спорта. Тобто, як я розумію, тепер, скажімо так, Ротарі буде підтримувати абсолютно усі так, змагання, які будуть відбуватися у Миколаєві. Які ще плануються? Окрім... Ну, знаєте, абсолютно всі, мабуть, все-таки це було б, да, було б достатньо самонадіяно сказати. В першу чергу ми продовжуємо регату, тому вже тепер з нетерпінням будемо чекати наступних соревновань і вже інтриги, тому що, дійсно, у нас тепер новый обладатель кубка. Я надеюсь, что они будут заинтересованы кубок удержать. Вот, ну, а другие будут заинтересованы его отыграть. Поэтому интрига в соревновательности, безусловно, остается. Значит, и я говорил о детских соревнованиях. Именно, скажем так, те, где занимаются ребята в возрасте там, 9-13 лет. Поэтому в Николаеве существуют и другие регаты. Знаменитая экологическая регата.
регата памяти Макарова, поэтому, скажем так, наш проект, в первую очередь, вот этот, мы хотели бы, чтобы эта гонка была интересной, угу. чтобы благодаря участию в этой регате гостей из других регионов Украины мы могли больше рассказать о городе Николаеве, о Николаевской области, о нашей земле, о тех возможностях, которые здесь есть. Угу. Кроме того, мы были бы рады, чтобы и больше яхтсменов принимало участие в этой гонке, и, соответственно, чтобы больше средств мы могли саккумулировать на добрые дела, в частности, вот в этом сезоне это детский парусный спорт. Угу. До Антона ще також, знову ж таки, запитання. Взагалі, змагання, саме ця регата, чимось виокремлюється з інших змагань, яких доводилося брати участь, і чим? Що найбільше запам'яталося за ці два дні і вашій команді, і вам? Ну, запам'яталась тільки гонка. Гонка. На берегу було класне представлення, устроєне, дуже шикарно там виступали ребята, маскарад, всі діла. Було дуже прикольно, інтересно. Також це яхтсмени юні, чи не звучали їх? Ні. Діло в тому, що частю, безусловно, частю мероприятия являється, такий, скажімо, праздник на Воложской косе. І нужно сказать спасибо і самой спортивной базі за хорошу організацію, і... собственно говоря, тем самодеятельным артистам, которые участвовали в самом мероприятии. То есть это тоже часть вот такого события, которое мы называем «Паруса Ротарі». Угу. Тобто, як я зрозумів, найяскравіше це, мабуть, ось це на березі, так? Що? Ні, звісно, все найінтересніше проходить на воді. Для людини, яка живе і любить воду, тільки на воді найцікавіше, так? Звісно, само собою, да. Тобто, всі соревнования, грубо говоря, не похожі друг на друга. Тобто, звісно, погода вносить свої корективи. Ну, я ж говорю, що з погодою нам повезло, регата була относительно стандартною, ну, все пройшло хорошо, організація шикарна, на берегу все було замечательно. Я ж говорю, що в принципі, вот реально из того, что запомнилось, все запомнилось. Везде есть моменты, можно рассказывать часами, это ж байки. Это потом будут рассказывать, будем сидеть и вспоминать постоянно. Додаючи, что нового и нового, чего не было, так? Да. Так, дійсно, я думаю, что найяскравіші емоції все ж таки у вашей группы, у вашей команды, у вас, потому что кубок все ж таки у вас. Однозначно, команда моя, да. Самые лучшие эмоции у них и лично у меня. Так, потому что, дійсно, як би не було прекрасно, власне, на воді, як би не було, якими б яскравими не були гонки, і на суші, яке б не було дійство, але все ж таки це, мабуть, найяскравіше. Тому що тепер рік буде красуватися у вас. Звісно. Я сподіваюся, приємно. Що наступного року, знову ж таки, ви виберете право тримати в руках його іще рік. Ми будемо защитниками кубка в следующем году. Так що, отак, дякую вам за те, що ви сьогодні завітали. Я нагадую нашим телеглядачам, що у нас в гостях був Артем Ващевенко, президент Ротарі-клубу, та Яропов Антон, капітан яхти Катерина, яка цього року в регаті і отримала перемогу. Дякую вам за те, що завітали, розказали про підсумки, які були підбиті вчора.